Мы здесь на особом мероприятии. Впервые в истории Тувы, Национального музея, ну, на то пошло среди археологов и историков, впервые проводим вот такую масштабную, очень хорошо продуманную и исполненную в композиционном плане, во всех отношениях, вот такую выставку. И эту такую возможность нам предоставил Сергей Михайлович Еловиков. Сергей Михайлович Еловиков, известный в Туве и за ее пределами профессиональный фотограф, член Союза фотохудожников России, член Союза фотографов Сибири. Его фотовыставки, затрагивающие разные темы, помимо площадок региона, проходят и в других городах страны. Сергей Еловиков увлекается фотографией более 40 лет. Это пятая по счету персональная фотовыставка автора. Тем не менее, фотограф помнит свой самый первый сделанный снимок. Это был, по-моему, 81-й год, когда у меня сын родился, я начал сына фотографировать. Вот. Ну, обычно, мгновенно, семейные фотографии. «Зенит», выставка Петроглифов, это отдельно тема. Я ей занимаюсь уже 15 лет, и вот за 15 лет я отснял более 150 работ. Ну вот из них 35 работ здесь я вывесил. Сегодня фотовыставка посвящена уникальным археологическим древностям Тувы – петроглифам. Это древние наскальные изображения, которые выбиты или нанесены краской на камнях. Обычно так называют рисунки, созданные в период с древних времен и до средневековья. Если простой обыватель видит только изображение на камне, то для специалиста это говорящие наскальные рисунки. Фотографии полностью отражают вот весь блеск и всю красоту наскального искусства, которое есть в Туве. Практически все представлены здесь фотографии, то, что мы видим, на всех этих памятниках я работала. Да? То есть они как бы мною все прощупаны, все увидены, все, поэтому мне очень приятно видеть их, конечно, здесь на стенах. И в чем? Ну, понимаете, это наша история. Да? Каждая вот эта плоскость наскальная. Рисунков. Мероприятие проводится в рамках просветительского проекта Русского географического общества «Ночь географии» и предваряет республиканский фестиваль «Мифы в камне», организуемый администрацией Чахольского района. Фотовыставка продлится до 25 июня включительно. Чинчика Шпукол, Шалбан Мангуш, Азамат Учур, телеканал «Тува-24».